Аптео Ахадов. 205 килограммов. Напомню, что Аптео уступает 4 килограмма Андрею Рыбакову в рывке. Но вот Андрей Рыбаков фактически свои выступления уже закончил. То есть их трое. Аухадов, Марков и Адриан Жилинский. И 3 килограмма проигрывает Артем Акулов. Не забываем. В рывке этой троицы. Традиционный швунг Аптео Ахадова. Вот такое движение не в разножку. И, соответственно, 205 килограммов. Первый зачет есть у Апти. Красиво и уверенно выступает Ахадов всегда, на самом деле.